боец, представляющий Узбекистан, город Бухару. Ladies and gentlemen, Muzaffar Ranjana! Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is still humongous, you a thing that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. I'm all looking that. For that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Соперника восьмого поединка нашего вечера. Полутяжелый вес до 93 килограммов. И справа от меня, в синем углу клетки. А боец, вес которого составляет 93 килограмма, ровно 183 сантиметра. Его рост, ему 32 года. Является мастером спорта по вольной борьбе. Призером чемпионата мира по FCF 2014 года. Представляет бойцовский клуб Fight Стрела. Профессиональный рекорд в ММА. 5 поединков. 5 побед, не знающий поражений, боец из Хабаровска, Магомед Батыров! А также его соперник, боец, вес которого составляет 93 килограмма, 182 сантиметра, его рост, ему 36 лет, является чемпионом Азии по рукопашному бою, чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом мира по тайскому боксу, представляет клуб Амир Тимур. Профессиональный рекорд 13 боев, 10 побед и лишь 3 поражения. Узбекистан, город Бухара. Muzaffar Ranjana! Рустам Сахибгариев, рефери этого поединка. Слушай, мои команды, внимательно. По затылку не бьем, по спине не бьем, по паху не бьем. Желаю удачи, пожали ручки. Поединок. Магомед Батыров, Muzaffar Ranjana. Полутяжелая весовая категория. Крупные, крепкие парни. Видим отсюда. И тут уже действительно один удар может решить исход поединка. Также практически без разведки начинают бойцы. Перевод в партер. Активно начался поединок. Коленкой удар. Партер. Все. Шел быстрый поединок. Победа болевые. Победа.
Итак, в этом поединке досрочную победу удушающим приемом на первом раунде одержал боец из Узбекистана, город Бухара, Музафар Раджабов. Итак, общее фото, награждение от организатора. Буквально пару слов. Я понимаю, что ты устал, это тяжелый вес, но хотелось бы просто сказать, какой был план на бой, ведь против тебя мощнейший полутяжеловес. Знаешь, вот мы с одним знакомым стояли вот около клетки, и он сказал, вот я тоже 93 килограмма, но я против Магомеда бы не вышел. Как ты согласился выйти с этим мощным, непобежденным до сегодняшнего вечера парнем и настолько технично выполнял все подсказки секунданта? Привет, Самара! Салам алейкум! У меня, знаете что, у меня план нету на ринг. Что будет, это будет. Мне только Бог уверен, все. За честь Узбекистан, за особенно Бухара буду я. Здравствуйте, спасибо вам. Как говорил Суворов, главное ввязаться в драку, а там разберемся. Именно такой лозунг сейчас у Музафара Раджабова. И, кстати, он